Павла Сюткина гости мероприятия приветствовали стоя. Для города, да и для всей страны, он личность легендарная. Сюткин ушел на фронт добровольцем в 42-м и прошел путь от Брянщины до Восточной Пруссии. 5 раз горел в бронемашине, пережил ранение и контузию. На его груди несколько десятков медалей. Орден Красного Знамени, Александра Невского за боевые заслуги, а еще золотая звезда героя. С 97-летием Павла Сюткина сегодня поздравлял Совет ветеранов, воспитанники военно-патриотических клубов, учителя. Присоединился к десяткам сказанных теплых слов и глава Сочи Анатолий Пахомов. Он действительно всю свою жизнь сегодня отдает и все свое здоровье воспитанию подрастающего поколения. А как это важно сегодня? Не для Павла Павловича, конечно. А как это важно для этих ребят, для этих девчонок? Павлу Сюткину 97 лет, но он продолжает активно заниматься военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Я не могу оставаться в тени, как говорится, а мне хочется активно участвовать во всей мероприятии районного, городского масштаба. Наши встречи с молодежью, с учащими, со студентами, с моряками, с пограничными, с солдатами, то есть там, всем поколением, которое хочется передать то чувство духа патриотизма, чтобы они были такими же, как мы –